Добрый день, меня зовут Татьяна, вы на канале Пушистые Крестики. Сегодня мы будем с вами смотреть на мои запасы Dimensions Gold Collection. Видео будет разделено, скорее всего, на два, так как наборов у меня много, и затягивать видео я не очень хочу. Поэтому давайте приступим. И я прошу прощения, я буду вас в наборах отсвечиваться, но я думаю, что это сильно вас не побеспокоит. Так как сейчас у меня есть время снимать, но свет не в лучшем, так сказать, его расположении. И места другого, к сожалению, нет. Первый набор будет Arrow of Love, 46 на 23 сантиметра. 14 каунт белой Аиды, что очень примечательно для именно Gold Collection. Обычно здесь 18 каунт. Прекрасные медведи, которых все знают, они чудесные, милые существа, добрые. Такие вот они все нежные. Вышить, повесить в детскую комнату, вот я считаю, это самое оно. Он у меня американец, оказывается, чего я, конечно, не знала до сегодняшнего момента. Точнее, может быть, знала, но забыла. Далее у нас European Bistro. Очень, я так думаю, покупаемый сюжет, но мало вышиваемый. Связано, по моему мнению, это с тем, что слишком много деталей, много бэка. Опять же, я думаю, здесь присутствуют мои любимые, в кавычках, сложения из 5-6 нитей. Я больше чем уверена в этом. Размер 40 на 27 сантиметров. Вышивается, я думаю, не очень легко. Хотя, не знаю. Надеюсь, когда-то я вышью. Цветов очень много, ниток достаточное количество. Поэтому такой, я думаю, он не из простых. Далее, Winter Celebration. Я люблю все практически сюжеты Dimensions из Gold коллекции. Они для меня очень зимние. Прям вот, ну вот очень зимние, и от них именно веет вот этой вот праздничной атмосферой. Как люди все это организуют, украшают, отмечают, и вот хочется наряжать, глядя на вот этих милашных девочек, хочется прям начать наряжать елку. Ой, в общем, сюжет, конечно, прекрасный. И Dimensions действительно знают толк, как разработать, как проработать мелкие детали. И это очень приятно. Здесь у нас голубая Аида. Красивые, сочные нитки. Такие прям вот праздничные. У меня наборы будут не по тематикам, я их достаю так, как они у меня лежали. In Her Garden называется набор. Великолепная дама прогуливается в саду, смотрит на цветы с букетом. Про ее шаль уже было сказано просто столько слов, что даже и повторяться не хочется. Она, конечно, великолепная. Вышивать вот эту вот часть, я думаю, вот именно ее фон цветов будет интересно, но и кропотливо. Я так предполагаю, здесь очень частую смену нитей. Вроде бы это полукрест, насколько я могу понять. Вот здесь, по-моему, это полукрест. Красивая, нравится. Надеюсь собраться с силами и когда-то ее вышить. Опять же, силами я собираюсь на Dimensions. Я уже говорила в предыдущем видео, потому что для меня очень нелегки сложения. Это мой любимый сюжет, Lakeside Village. Он, опять же, для меня это озеро Гарда в Италии. Вот там такие дома, горы, прекрасные заливы, лодки, набережные. Его вышивала Катя. Очень красиво она его оформила. Она показывала в одном из своих видео ранних.
Великолепный сюжет. Даже вот розовые оттенки домов меня не смущают, потому что... Почему даже? Потому что это не мои оттенки ниток. Но и посмотрите, сколько здесь синих, голубых оттенков. Кстати, вот когда на нитки смотришь, не так много розового. И кажется, что очень много синего, наоборот. И вот смотришь на превью. И вот первый кидается именно не вода в глаза, ну как для меня в глаза кидаются вот именно розовые домики. Но он чудесный. Далее это пара бистро. Это Charming Waterview. Ну, это однозначно Венеция. Венеция это моя любовь. Я была там единожды, но надеюсь, что это был не последний раз. Я обязательно туда вернусь, потому что этот город стоит посетить. И как можно больше раз. Там прям остался кусочек моего сердца. И когда я увидела этот сюжет, я поняла, что надо брать. Потому что тема Италии для меня особенная. Я жила очень... Ну, не очень много, в принципе. 3 года я жила в Италии. И Италия, конечно, забрала мое сердце. Для меня это великолепная страна. Именно вот с точки зрения природы, архитектуры, еды, питья, наслаждения этой едой. Вот. В общем, именно вот эстетика итальянской. У итальянцев, конечно, они вообще счастливые люди, потому что они окружены красотой, по-моему, везде. Вот куда бы ты ни вышел, ты везде окружен красотой. Потому что ихняя архитектура, ихнее умение видеть стиль, уметь его применить, подобрать определенные вещи, это, конечно, да. Ну, в общем, что-то я, как всегда, про Италию я могу говорить много. Давайте проговорим про сюжет. Он тоже достаточно, я думаю, будет кропотливый. Мне нравится вот эта картина с фонарями, нравится... Носик гондолы с мостиком. Вышивать, я думаю, он будет полегче, чем бистро. По-моему, бистро называлось это, да? Предыдущий набор. В Европе он бистро, да. Я думаю, что он будет полегче вышиваться. Вот именно вот этот набор. Потому что, мне кажется, здесь не такое сильное разнообразие деталей. Но здесь достаточно много, опять же, бэка. Посмотрим. Его буду однозначно вышивать в этой жизни когда-то, но он у меня в обязательных планах есть. Зима. A Treasured Time. Здесь у нас каток. Одна улица прям вот вышла. Испытать, так сказать, лед на озере, покататься, побалдеть. Прекрасный. Соседи идут друг к другу в гости. Очень восхитительный сюжет. Я думаю, будет вышиваться очень интересно, так как здесь достаточно много деталей. Но и рассматривать его будет, конечно, вышитым безумно интересно, потому что красивые домики, детки, собака, богатый викторианский дом. С ребенком, который строит здесь снеговика. Заборы восхитительные. Ну, в общем, не знаю, что может здесь не нравиться. Нравится все. Упс, простите за шум. A Promise Bald Eagle. Bald Eagle. Не знаю, как правильно. Не могу сказать, что этот набор мне нравился безумно. Его я купила, наверное, один из не очень многих, которые у меня есть. Я его покупала, потому что на него была прекрасная цена. Я покупала его в местной группе. Купила, думаю, ай, ладно, пусть будет. Вдруг я когда-то его рассмотрю и вышью. И мы видели очень много орлов. Здесь, в Техасе, они очень красивые, их можно увидеть.
Вот особенно, когда ты отъезжаешь от города, они там есть. И они действительно, размах крыльев у них сумасшедший. Они такие огромные. Я первый раз даже не поняла, что это за птица. Я думала, что это какой-то гриф или кто-то, но грифы, они черные, без белой головы. И я была удивлена вообще, что они у нас здесь есть. Я думала, что они где-то туда ближе, где холодно, вот к Канаде туда. Но оказывается, нет. В Техасе тоже есть. И это меня удивило. Отшивов я не видела этого набора, но я их не искала. Здесь меня, так сказать, к покупке этого набора заманила не только цена, но и горы. Моя любовь к горам — это отдельная история. Я вообще люблю их всей своей душой. И поэтому вот я решила все-таки его взять. Он мне нравится, но пока у меня нет к нему чувства вот «бери и вышивай». Нет, может быть, он полежит. Либо он переедет жить к кому-то другому в ближайшем будущем. Посмотрим. Будет видно. Ну, в общем, орел восхитительный. Его, конечно, мощь — это удивительно. Summer's End. Это летние олени. Они у меня есть еще и зимние. Зимние я вам покажу чуть попозже, по-моему, где-то они мне должны быть, либо в следующей части. Они мне безумно нравятся. Могу вам честно сказать. Ой, нравится мне здесь все, их не эти мордашки такие умилительные, смеющиеся. Они такие все какие-то довольные. Ну, если бы я жила в такой красоте, наверное, каждый день, я бы тоже была довольна. Березы вот эти вот меня покорили тоже. У нас нет берез. Поэтому для меня это такие деревья, которые редки, так сказать. Но сюжет, конечно, восхитительный. Вот действительно он летний. Хочется вот бегать по этому лесу. Хоть здесь и трава такая уже более осенняя, но именно как падает солнце, я так предполагаю, что да, все-таки это лето. Ну, для меня это лето. Здесь много у нас ниток. Безумное просто какое-то количество ниток. Именно в таких зелено-оранжевых цветах. Следующий набор — это известные игрушки Christmas Village Ornaments. Их, наверное, вышили все. 90% вышивальщиц точно их вышила. Ну, хотя я так утрирую. А, люблю. Люблю вот этот знак Dimensions старый с венком. Мне кажется, его многие любят. Я его открыла, получила, открыла. Вообще тут лазила, рассматривала, но не начала. Почему не начала, не знаю, не помню. Но планирую их вышивать. Наверное, скорее всего, меня испугала сборка, потому что как бы сборка меня тоже пугает. Видите, какой я пугливый человек. Сборка меня пугает, потому что я ни разу в жизни не делала пинкип. Но, как говорится, все в жизни бывает в первый раз, главное делать. Обязательно их начну, скорее всего, уже в следующем году. Я не сезонная вышивальщица, поэтому я могу и зимний сюжет летом вышивать, для меня проблемы нет. Если мне захочется, это абсолютно для меня нормально. Вот, красивые-красивые игрушки, пинкипы. А, меня еще, я поняла, что меня остановило. Вот сейчас я как-то думала, думаю, что же меня могло остановить. Мы не ставим елку на Рождество, на Новый год мы не ставим елку, так как мы всегда обычно уезжали с друзьями. Достаточно теплое место, поэтому у нас не было дома практически 3 недели, и елку ставить смысла нет. Не знаю, если мы это будем делать в этом году. Ну, если будем делать, в любом случае она будет маленькая, так как место нам не позволяет иметь большую именно елку. И, наверное, я тогда подумала, что ж их вышивать, бедненькие будут валяться, и, наверное, отложила это дело. Но они мне нравятся. Вот это один из моих первых наборов, и он мне до сих пор нравится. Если есть наборы, которые я так подостыла, они отошли на какой-то прям совсем задний план, то этот один из тех, которые мне нравятся до сих пор. Это прекрасно.
потому что разочаровываться в купленных наборах, ой, это так тяжело. Holiday Village, тоже известная работа, красивое небо здесь, оно действительно американское, красивое небо, снег, елки, деревня, люди в гостях, снеговик. Здесь есть такие пайетки, они пришиваются. Вот они есть в наборе. И они, я думаю, придают какой-то блеск и очарование этому набору. Не так безумное количество, очень много. Очень разнообразная палитра. Думаю, будет вышиваться... Мне почему-то кажется, что этот набор будет вышиваться легко. Я не знаю почему, вот я на него смотрю, и мне кажется, что будет вышиваться легко. Как я понимаю, это вот это вот, это полукрест вообще все. Но опять же, смотря в каких он там сложениях. Далее набор, который... Ой, это вообще смешно. Мне смешно, потому что это Maggie the Messmaker. Я про нее даже не знаю, что сказать. Я ее когда купила, влюбилась прям в нее. Думаю, вот какой милейший кот. Боже, как она прекрасно выглядит. Вау, 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 надо брать. Но потом, когда я получила этот набор, начала его рассматривать. Вы посмотрите, какое там количество деталей. Ну, я думаю, уже много кто видел этот набор. Ну, там просто, это же просто вышивать и балдеть от того, что ты делаешь. Потому что, мне кажется, это могут сделать только какие-то очень смелые люди. Каждая деталька обработана бэкстичем. Посмотрите, сколько мелких деталей. Вот откуда ни тыкни, везде отдельный какой-то элемент. Вот эта корова божественная. Собачка такая для иголочек, подставка, ножницы здесь, ниточки какие-то здесь, котики, собачки, головы от них, всякие катушечки, это все вот в бэкстиче, зима там, и кошечка такая милейшая греется. Ой, я не знаю, я не знаю, серьезно, буду ли я его вышивать. Но продавать его пока не хочу. Он мне нравится, этот сюжет. Мне кажется, что если я его вышью когда-нибудь, я просто буду собой безумно гордиться. Бегать по дому с этой работой и кричать: «Боже, какая я молодец! Похвалите меня, посмотрите, какую прелесть я сделала». Когда это будет и будет, я не знаю. Здесь не так, мама дорогая, просто сколько. Американец. Есть сколько? Раз, два, три, пока вижу пасмы. И есть такие вот прям какие-то шерстяные, я так предполагаю, нитки. Да, набор хороший, сюжет красивый, но исполнение меня немножко так заставляет задуматься. The Finery of Nature. Этот набор был снят с производства, он был каким-то диким раритетом. Он мне понравился после того, как Люда его вышила. Я его смотрела на eBay, я хотела его купить. Он мне безумно-безумно нравился. Простите, есть какой-то волос у меня, непонятно. И потом, я так понимаю, что это перевыпуск, и он до сих пор его можно купить за адекватные деньги. На некоторых сайтах он еще есть. И когда я его увидела, конечно же, я его сразу заказала. Я люблю здесь вот эту стрекозу около гнезда. Колибри — это отдельная радость и удовольствие. Вот эта бабочка мне нравится здесь. Прям как-то она так манит меня своими красками, вот цветами. Она, конечно, радует меня. Этот сюжет у нас... новый, ну, я так предполагаю, не с перевыпуска, но меня смущает опять черная Аида. Посмотрим, как будет вышиваться. Ну, если вышивать днем, я думаю, проблем не возникнет. Далее. Fall Fairy. Покупала я ее с рук. Целенаправленно этот сюжет он мне не нравился никогда, вот именно прям, чтобы его искать, смотреть и
гоняться за ним у меня не было такого в планах, но я покупала зимних оленей. И в придачу к зимним оленям за одну и ту же цену, прям какую-то безумно смешную, я уже не помню, продавалась эта вот фейри, и я подумала, что надо же брать, не вышью ее, так ладно, полежит. Но как-то вот я начала ее, когда приехала домой, начала рассматривать, и она мне понравилась. Она чарующая, в ней есть что-то вот такое магическое, когда меняются смены года, приходит осень, мир так немножко останавливается, но он еще не совсем прям впал в спячку, так как есть вот бабочки здесь. Вот это вот, я так понимаю, это цветы, но они мне напоминают такую маленькую-маленькую феечку. Я не знаю почему, вот я вижу в ней такую маленькую фею в розовом платье. И да, есть в нем что-то магическое для меня. Такое мистическо-магическое. Здесь бисер, который я, конечно, буду менять, потому что он уже такого не торгового вида, так сказать. Нитки очень красивые, осенние, прям, ну, красота. Ой, сейчас я вам покажу сюжет, который прям покорил мое сердце. Это Iris and Swan. Я его заказывала одним из первых. До сих пор не вышит он, как вы видите. Но он покорил мое сердце сочетанием цветов в ирисах. Эти ирисы сочетаются с водой. Семья лебедей, мост, вот эти вот нависшие деревья над этим мостом. В общем, он мне нравится безумно, и он у меня стоит в моей голове. Он у меня стоит именно в планах на вышивание, один из первых. Я его, по-моему, не открывала. А, он был открыт, так я его покупала на eBay. Он был открыт, но я проверяла, там, по-моему, все-таки все есть. Да, все там есть. Типа, я вроде бы смотрела, по-моему, все там было. Да, он был открыт, я покупала его на eBay, точно. Помню, помню теперь. Вот, так что он у меня на вышивание номер один. Прям вот в списке. Может быть, не прям супер номер один, но один из первых. Может быть, один с половиной. Да, я такой человек очень непостоянный. Хочу все сразу, но не всегда получается. Следующий сюжет знаком, я думаю, тоже всем. Хотя отшивов я вот его много не видела. Есть похожий сюжет другой, я не помню, как он называется. Его отшивают больше, а именно этот. Нет, мне кажется, я не видела отшивов. Winter Impressions. Элегантный. Я люблю то вот время именно, когда все вот это было на лошадях, красивые платья, дамы, джентльмены в шляпах. В общем, то время мне очень нравится. Я не знаю, какие-то годы. И мне нравится вот именно, что в этом сюжете в санях вот эти вот полозья, на которых они едут, и как они именно здесь исполнены. Здесь нитки более темные, а здесь посветлее, в такой они снежной дымке. В общем, очаровательный сюжет. Я думаю, что он вышивается несложно. Размер его 41 сантиметр на 30. Он достаточно большой. Но, как я понимаю, здесь полукрест. Поэтому, и я думаю, что и здесь полукрест. Поэтому, если здесь вообще что-то зашивается, не очень видно, мне отсвечивает, поэтому мне не очень видно. Посмотрим на нитки. Здесь у нас 16-й каунт Дав Крей Аида. Нитки, не могу сказать, что они прям какие-то супер веселые, но в них что-то есть. Далее. Southern Social. Красивый сюжет.
вышивался многими, будет вышиваться мною тоже. Его я не буду ни продавать, ни отдавать. Он будет лежать до того момента, пока я не решусь его вышивать. В этом сюжете, как ни странно, мне нравится вот это дерево с такими вот висячими лианами, можно так назвать. Я раньше не понимала, что это висит. Мне казалось, что это паутина, вот именно вот это вот. Ну, еще раньше, когда там смотрела какие-то фильмы в Беларуси. Но потом, когда переехала в Америку, я поняла, что это дерево, и из дерева растут как будто бы такой вот мох, он растет такими как веточками, но даже это не мох, я даже не знаю, ну, наверное, это разновидность какого-то мха, я так предполагаю. И эти деревья, они распространены вот штат Луизиана, Теннесси, прям вот они там... Флорида тоже у них есть. Мне кажется, что для них там благоприятный климат. И они меня действительно манят. Мне вот хочется подходить к ним ближе, рассматривать их. И я так предполагаю, что этот сюжет, вот он как раз из той эпохи, когда были плантации, были вот эти вот различные... мероприятия в Луизиане, Теннесси, как раз вот эти вот штаты, они в таком вот стиле был у них оформлен дома, деревья, вот эти вот леди, которые съезжаются на какой-то бал, я так предполагаю. Для меня здесь очень много историй в этом. Как бы я читала очень много историй тоже американской, и для меня вот здесь прям такая Америка-Америка. Хорошие нитки здесь, и мне нравятся цвета. Они спокойные, и в то же время есть такие не особо спокойные вот цвета, но... Куда без них? Rocky Point. Известнейший маяк. Один из. Мне кажется, на втором месте только маяки Petite от Gold. От Dimensions Gold Petite. Я люблю маяки. Прям очень люблю. Но никогда не была у меня на одном маяке, таком вот настоящем. А нет, вру, была на Key West. Да, мы были на маяке, но вот и этот маяк, он стоит такой в отдалении. Он именно вот в городе, именно вот в самом Key West, не на побережье, вот как здесь, на берегу, да, на обрыве. А он там именно в городе. Мы поднимались, был очень красивый вид. Но мне бы хотелось поехать... Именно на маяк, вот, когда ты поднимаешься на него, и сразу океан. Мне кажется, что это какие-то незабываемые ощущения, эмоции, потому что, ну, вот, маяки какие-то своеобразные конструкции, строения. В них есть какая-то тайна. Для меня вот в маяках очень много какой-то боли, трагизма, наверное, потому что, ну, маяки видели, я думаю, много крушений, так как они находятся обычно в каких-то неблагоприятных местах для мореплавателей, особенно вот тех времен. И мне кажется, в них есть вот эта вот тайна гибели этих лодок, что действительно кораблей, вот что происходило, они это вот наблюдают все, стараются им помочь, но я думаю, что не всегда это у них получалось. Хотя и они называются, что они вот как ангелы-хранители, наверное, мореплавателей, но беды случаются всегда. Что-то как-то я пошла уже в историю, а не про вышивальные наборы. Наверное, пора заканчивать видео. Нитки красивые.
разнообразная палитра. Мне еще здесь нравится не сам даже маяк, а вот именно небо. Опять же, такое прям американское небо. Чайки, волны. Проработка, конечно, волн, вот этих вот бьющихся о скалы, это большая работа, проделана дизайнерами. Я на этом закончу свое видео на сегодня. Мы с вами увидимся немножечко попозже. Я буду записывать еще одно видео. И я желаю вам всего хорошего. Я надеюсь, что я порадовала вас и в этот, так сказать, день, когда вы будете его смотреть. Я желаю вам счастья, радости и пока-пока.